Совершить разбойное нападение на предпринимателя банда собиралась вот в этом месте, на пересечении Малого Казенного переулка и улицы Земляной вал. Когда вооруженные люди в масках вышли из автомобиля, здесь появились сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБР. Злоумышленники открыли огонь и в ходе перестрелки ранили прохожего. Полицейским ничего не оставалось, кроме как ответить тем же, применить табельное оружие. Злоумышленники прыгнули в автомобиль и хотели скрыться, но стражи порядка не дали им уйти. Полиция! В итоге трое участников межэтнической группировки были задержаны, а пострадавшего прохожего срочно доставили в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 162 части 4 и части 1 статьи 30 «Приготовление к совершению разбойного нападения». Скорее всего, так и не воплощенный в этот раз преступный план задержанные уже не раз применяли на практике. К нападению они были хорошо подготовлены и планировали сорвать куш в 5 миллионов рублей. Ход конем заключался в моментальном перевоплощении в полицейских. С собой у мужчин была форма стражи порядка, а этот автомобиль они замаскировали под патрульную машину ГИБДД. Собственноручно перекрасили, расписали, оборудовали мигалкой и сиреной, а также прикрепили подложные полицейские номера. Надеялись, что так им будет проще передвигаться по городу с чужими деньгами. Кроме того, в ходе обыска оперативники обнаружили у подозреваемых автомат Калашникова, два пистолета Макарова и маски с прорезями для глаз. Сейчас правоохранители выясняют, сколько эпизодов могло быть на счету преступной группировки.